Да, ты в эфире. Всем привет. Ее зовут Кондра. Ей все пофиг, сколько человек придет в эфир. Спасибо за ваши репосты. Идите поделитесь трансляцией. Кто Привет всем. тут смотрит? Вы знаете, Илья, как по-моему. домашние животные помогают вам в бизнесе? Вот сейчас еще подождем людей. Потому что для двух людей. Андрей, пофиг, сколько людей придет. Так. Кто присоединился, всем привет. Ее зовут Кондра. Ей все пофигу, у нее потому что фиолетовые когти. И она такая просто элитная киса сидит. И если вы ведете какой-то бизнес в интернете, снимайте своих домашних животных. Даже вот так вот можете вести с ними трансляцию. Вот такая киса-пофигиса сидит. Попробуй только убеги, испортишь мне весь стрим. Вы записываете с домашними животными истории, выставляете их каждый день. Ну, конечно, не только истории, делаете посты вперемешку с вашим бизнесом. То есть выставляете... У меня есть контент-план. Я выставляю, как мы путешествуем с семьей, как мы ходим в кино, потом я выставляю свой завтрак, какая у меня температура, что я готовлю, ну, температура воздуха, в смысле, на термометре. Потом я фотографирую домашних животных, и люди классуют, делятся, а страница у меня оформлена. Если вы зайдете на мою страницу, вы увидите, что у меня там стоит фотостатус, что я занимаюсь проектом «Всем мир», и у меня там закрепленная запись видеопрезентации. Вот, например, ваше животное отклассовали, и человек зайдет на вашу страницу и поделится. Тем самым привлечет трафик. К Андре есть еще вот такой партнер по бизнесу. Его зовут, ну, вы сами знаете, кто это. Это ждун. Иногда я фотографирую их вместе и делаю какой-нибудь мотивационный пост. Например, ждун постоянно чего-то ждет. И очень многие люди также ждут с моря погоды, когда им Чего ты ждешь? упадет... Чего ты ждешь? Когда им упадет с неба манна небесная. У Кондры есть вот такая натуральная лапка. Больше всего она с ней играет. Вообще, это был Кондрат. Мы долго выбирали имя, но потом оказалось, что это кошка. Вот. Не надо ее бить. То есть я что хотела сказать? Вот так вот домашние животные привлекают трафик на страницу. Так действует методика приглашай, не приглашай. То есть вы выставляете различные посты, фотографии, как вы с ней играете. Люди с кошками любят смотреть различные приколы, начинают репостить, а ваша страница должна быть оформлена, то есть вы нагоняете трафик. Потом эти истории из ВК вы скачиваете, грузите себе в Facebook, грузите в Одноклассники. В Одноклассниках появилась функция истории. Также в Инстаграм. И так делаете каждый день. И у вас будет все больше и больше прибавляться людей. И некоторые вступят в ваш бизнес. Потому что если вы будете каждый день делать посты по бизнесу, это людей утомляет. Разбавляете чем-то ваши мотивационные посты. Ну, вот так домашние животные привлекают в бизнес людей и вам помогают. Всем пока!